Добрый день. Сегодня я приготовлю наггетсы из куриного филе. Я никогда не делаю для наггетсов фарш. И не покупаю, и не делаю сама. Мне нравится делать прям вот из филюшек. Для этого нам понадобится 2 куриных филе. Для панировки мука, яйцо. Кстати, яйцо надо взболтать. Взболтать, но не перемешивать. И панировочные сухари. Панировочных сухарей у меня не оказалось под рукой в данный момент. У меня есть панировочная смесь. Но я думаю, она тоже пригодится. И начнем мы с того, что порежем филе на кусочки. На кусочки мы порежем наше филе. На тоненько резать не надо. Ну, вот так вот порежем. Даже это тонко очень. Вот так вот. Теперь каждый кусочек обваливаем в муке. Затем в яйце. И в панировочных сухарях, либо в панировочной смеси, что у вас есть под рукой. Вот у меня в панировочной смеси оказалось. Итак, нашу всю курочку. Мука. Яйцо. И панировочная смесь. Я запанировала все кусочки курицы. Получилось вот из 2 грудок сколько. Теперь я буду жарить. Сковородка на плите. Туда налито подсолнечное масло. В принципе, оно, наверное, уже подогрелось. И мы выкладываем кусочки. И обжариваем. Ну, они, наверное, с той стороны уже поджарились. Вот я переворачиваю. Ну, тоже получаются золотистые. Хорошие. Вот такие наггетсы у нас получились. Приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока.